Всем привет, всем доброе утро. У нас уже 12:50, без 10 час. Да, я только недавно проснулся, как обычно, в принципе, где-то час назад. Вот. Да, Свакин. Свакин тут тоже около меня спал все время. Тоже недавно проснулся. А кошка еще не просыпалась. Как спала, так и спит. В общем, я тут сижу завтрак. У меня на завтрак сегодня сосиски. Вот такие вот. Сижу, смотрю «Орел и Решка» в Манчестере. Вот. Всем приятного аппетита. Да? Тут вышел погулять с собакином. Вот он, да. И у нас сегодня очень хорошая погода. Облачно, солнечно. В общем, переменная облачность. В принципе, как и всегда. В основном, точнее. Сейчас на улице, не помню сколько, плюс 25 было? Да, плюс 25, но на самом деле вообще не ощущается. Прохладненько сегодня, вот. Так что, да, сейчас погуляю с собакой и не знаю, что еще, что я потом буду делать. Возможно, приду домой и немножко посижу в компе, вот. Только открыл окна. 3:30. В общем, да, я уже дома. Что-то с голосом опять. И хочу посидеть в компе немножко. Почитать, что там в мире творится, что там вообще интересного есть. Куда поехать, когда карантин закончится. В Литве, кстати, опять нельзя приезжать из 50 стран. Ну, ладно. Для Латвии это не касается. Кстати, знаете, я недавно узнал то, что в iPhone 12 новый, который выйдет еще в сентябре, возможно, не положит наушники и не положит зарядку. Это, конечно, капец, он, наверное, будет стоить дешевле. Намного дешевле, если там не будет наушников в зарядке. Ну, да ладно. Поживем и увидим до сентября. Главное дожить осталось. Кошка тут идет. Кошка и собака. Это все она сделала. Это кошка по имени Маруська. Смотрите, она вот так что-то с глазом. Смотрите, Марусь. Вот, красный глаз. Видели? Ну, я не знаю. У меня бывает иногда такое почему-то. Наверное, попадает что-то или что-то типа этого. Ну, в общем, да. Но она проходит быстро за дня 3, может быть, максимум 4. А, комп уже включился. Вот он. И я хочу узнать, как убрать этот пароль, потому что мне постоянно его надоело вводить. Вот. Добро пожаловать. Спасибо. Срок лицензии истекает. Спасибо. Спасибо. Кстати, я хотел вам показать один прикольный сайт. Он называется spelleonline.lv. Это такой латвийский сайт. Это заправка, короче, разыгрывает. Тут всякие разные прикольные штуки, призы, скидки и все бесплатно почти. Ну, в общем, да, прикольно. И вот заправка. Не знаю, Circle K у нас заправка называется. Вот, если она у вас в стране есть, возможно, у вас тоже такой сайт должен быть, только с другим доменом или как-то так это называется. Короче, вводите свой мобильный телефон. Сейчас введу свой мобильный телефон. Ну и вот, тут просто открываешь эти вот штуки. Если что-то попадется одинаковое, то ты выиграл что-то. Ну вот, видите, у меня красная карточка была, и значит, я ничего не выиграл. Но я могу сделать это еще раз. Допустим, вот. Блин, опять красная. Ну и вот, короче, сегодня я ничего не выиграл. Печально. Ну, а я выиграл еще вчера скидку 50% на один стакан кофе. И это очень даже прикольно, даже вот эти вот скидки, я думаю, скидки вы сами знаете, то, что это все очень классно, особенно когда особо делать ничего не надо, тебе приходит скидка, и, короче, эта скидка работает, кажется, 7 дней. Да, 7 дней, вот. Маруся села на книгу. Вообще прикольно. Самый классный выступ прошла, да? Скажите. Ладно, я тут сижу обедаю. У меня обед сегодня рыбка. Вот такая. Так что всем приятного аппетита, если вы тоже кушаете. Короче, помните, я рассказывал то, что в среду я пойду в спортзал. Вот. Так вот,
Сегодня среда, и я не иду в спортзал, потому что я не хочу идти в спортзал. Я понимаю просто то, что мне в спортзале вообще не нравится. Там, знаете, столько людей обычно постоянно, и типа я когда отходил и забросил из-за того, что на меня постоянно смотрели. Мне это вообще как-то не очень нравится. Поэтому я не пойду в спортзал, скорее всего. Но сегодня первое число, 1 июля, прикинь, сегодня 1 июля уже, и прошла уже треть лета. Один месяц лета, это капец, конечно. В общем, вот. Если я придумал то, что я буду тренироваться дома, буду просто приседать, делать пресс и отжиматься. Вот. Наверное, это хотя бы что-то, да? Хоть какой-то спорт. Нежели просто сидеть дома на диване и ничего не делать. Кстати, я уже как-то очень давно не катался на велосипеде, потому что было все как-то очень жарко или очень холодно, или шел, как обычно, дождь. Да, ну не как обычно дождь, ладно, дождь у нас не идет, у нас сейчас стало очень облачно. Облака на улице, плюс 22,5. Вот. И не знаю, сегодня пойду кататься на велике или нет, но как сегодня мне кататься на велике не особо хочется, потому что на улице у нас поднялся какой-то ветер. Вот. Я вроде все сказал, что хотел сказать. Вроде да. У нас сегодня на обед будут кубаты. Или скорее это уже ужин. Сколько у нас времени уже? Время 19:36. Вот такой вот обед у нас. 19:36. Переходящий будет. Я все-таки пересмотрел то, что я там снимал на влог. Оказывается, сейчас уже буду ужинать, а не обедать, потому что обед у меня уже был. Вот. Короче, я тут сижу ужинаю. У меня на ужин, как поняли, уже купаты. Вот с такими вот макарошками и сыром. Все очень вкусно. И с видом на дождь. И на крышу автомобиля. Вот. Так что всем приятного аппетита, если вы тоже кушаете. Мы вышли погулять с собаками. Вот. Я иду, Балу идет. Мама, Соня, Таня идут. Вот Найк, кстати. Вот. Дождь у нас уже закончился. Уже голубое небо. Небо голубое. Спрячь мне покой. Вот. Я думаю, мы пройдем недалеко, куда-нибудь до конца улицы, возможно, как когда-то мы ходили, как в том влоге, где я показывал свою улицу. Вот. А может, и свернем куда-нибудь, в общем, да. Что Гуляем, это там? гуляем. Это я тебе А я снимаю. думала, сова. Иду на заправку, куплю попить что-нибудь. Не знаю, что буду покупать. Но сейчас куплю и покажу, что я купил. Купил пепси. Вот такой вот. Обычная пепси. Вот. Кстати, вот. Бензин, дизель. Если кому интересно, сколько у нас латки это все стоит. 95-й. Я не разбираюсь в этом, если честно. Евро 10. Дизель евро 0,1. Вот. Идем. Ну, да, под это мостом. Кафе, тут так прикольно. Не хочу. Крыша есть. Вот. Предлагают сделать кафе под мостом. Какое у нас тут облако красивое. Да, прикольно. Хотя у нас даже еще вон там чуть-чуть закат только. Сколько у нас времени-то вообще? Так. О, да, видно. Сейчас, подождите-ка. 21:55. Вот. Мы уже идем домой. Вот. Вот. Собаке надо будет сейчас быть. Он весь мокрый, грязный. Вот. Вот так вот сходит с ума собаки, на которого помыли. Oh, cool.
громко очень. К тому же спят некоторые люди. Фу! С ума сошел, ты громко лаял. Ну что, время заниматься спортом. У нас как раз сейчас уже без 10:12, и это самое время заняться спортом. Вот. И начну я, наверное, с приседаний. Тренировка на сегодня закончена. Я сделал по 50 раз приседания, пресс и отжимания. Как видите, с отжиманиями у меня не очень. Отжимался я от дивана, то есть ноги клал на диван и отжимался на полу. Ну, в общем, я думаю, я надеюсь, точнее, вы поняли. Вот, как-то так. Конечно, мой организм отвык от этих тренировок немножечко. Я думаю, завтра мне будет очень сильно болеть все мышцы. Вот. Такие вот дела. И я на этом уже, наверное, буду заканчивать свой влог. У нас время сейчас 1:30. Вот. 1:30. И да, вроде все. На этом все. Всем пока.